4 спортивно-гульнявые комплексы побудовали у Гомеля. У каждом районе областного центра появились великие пляцовки для дитячих забав и тренировок, на которые что день приходят мясовые жихары. Наш корреспондент Ганна Каральчук так само вырешила оценить новые просторы для отпочинку. На открытом поветре полновартостный комплекс для детей и подлетков. Разностайные арели и замковые комплексы привабливают малых навык у морозы. Хлопчики и девчонки переодольвают полосы перешкод помеж вежами и развивают худкость и спрыт. После поспехово пройденного шляху счастливые вокличи при спуску с веселых горок. А кроме того, тут створена специальная воркаут-зона и усталяваны тренажеры, каб умацовать разные группы мышц. При этом вся пляцовка мае специальное антитравматичное покрытие. Ну что, попробуем? Не глядя на холодное надворье, у жадающих потренироваться недохопу няма. Можно уявить, сколько людей тут будет улетку. Побач дворовые чемпионы могут сгулять у футбол и баскетбол. Для безопасности детей гульнявое поле окружено огороджей. Дорослые, которые сопровождают маленьких непосед, могут отпашить побач на лавках. Каля комплекса у зеленое насаджение. На территории установлены урны. С каждой годины эти пляцовки набирают популярность. С самого ранку тут больше малых с молодыми мати у декрете. Ближе до полдня пляцовку заполняют школы. Школьники. Вечер – час для всех жадающих разных возрастов. Эля, как тебе площадка? Хорошо. Там много детей, потому что... И там голки, качели. Нравится, да? Песочница, да. Отличная площадка, превосходная. Вы уже приходили сюда? Да, неоднократно проходили. Вот постоянно гуляем с внучкой. Тут можно и гулять... Тут можно, ну, покататься, ну, и всякое остальное поделать. А что тебе больше всего нравится? Больше всего нравятся тренажеры. Мы специально приехали сюда. Узнали, что открыли тут площадку, так мы приехали сюда специально. Не, ну, здесь нету таких площадок. Это одна единственная такая площадка. Хорошо. У советском районе место для детячего городка вызначили у Любинском микрорайоне. У центральном, недалеко от каскаду озер, у межах улиц Камешчикова и Бородина. Так само завершено узведение пляцовок у Новобелецком районе на перекрыжаванию улиц Кристаловской и Белецкой и у Чугуночном на перекрыжаванию улиц Яфремова и Народного ополчения. Нагадаем, старшиня был выконкама Геннадий Соловей сёлета у день города передал керавництву Гомеля сертификат на 1 миллион рублей на будовництво этих объектов. Ганна Краячук, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель».